Президент Евгений Шевчук провел рабочее совещание с министром внутренних дел республики Станиславом Романюком. В ходе встречи особое внимание уделили организации деятельности подразделений миграционной службы в части несения службы на постах миграционного контроля в международных пунктах пропуска. Президентом были поставлены конкретные задачи по проработке вопросов, связанных с упрощением процедуры въезда-выезда иностранных граждан на территорию республики и из территории республики. Особенно это актуально в канун празднования пасхальных праздников, дней поминовения, ну и в целом майских праздников. Министр также доложил о текущей деятельности ведомства и основных задачах на перспективу.